Требух. Ребят, тупо два ведра замороженных котлет. Я в шоке. Придется брать. Вдруг они вкусненькие. А еще нашел чай пуэр, который стоит 7000 рублей. На котлеты возлагаю большие надежды. Задолбали. Чувак, теперь твои помойки — это мои помойки. Понимаешь? Больше не стоит тебе здесь ходить. Иначе на неприятности нарвешься. Я вам покажу, кто хозяин кормушек. Ну что, начнем обзор с этой огромной плазменной панели. Я специально лег на пол, чтобы вы увидели, насколько она большая. Плазменная панель Philips на 42 дюйма. Очень обидно, но у нее разбита матрица. Изначально я подумал, что это телевизор, но это оказалась плазменная панель. В ней нет функции телевизора, ее можно подключить просто как монитор. Внутри много всего интересного. Панель очень тяжелая. Весит 30 килограмм. Модель на экране. Имеется всего один вход, с помощью которого можно подключить VGA кабель. Сейчас я ее включу и проверю. Вдруг она заработает. Ребят, мне ее реально стрёмно включать, потому что у нее экран весь в трещинах. Ой, ребят, что-то она жестко гудит. Слышите? Попробую ее продать на запчасти, если купит кто-то, конечно. Будет стоять на балконе и пылиться, и ждать своего покупателя. Было найдено два ноутбука. Первый — это Samsung, который я нашел на стриме. Ссылка будет вот здесь. Залетайте, кто не видел. Он не работает, в разобранном состоянии. Нет жесткого диска, оперативки и дисковода. Возможно, у него что-то сгоревшее, не знаю. Пробовал включить, не включается. Придется продать на запчасти. Матрица у ноутбука целая. Модель Samsung R525. Но ничего страшного, не первый и не последний ноутбук. Вот еще один ноутбук от бренда Lenovo. Тоже не работает. У этого ноутбука состояние еще хуже, чем у этого. Но матрица целая. Кто-то снял с него процессор, жесткий диск, оперативную память. Попробую продать его на запчасти. Батарею не стали забирать. Модель ноутбука Lenovo G500. В принципе, могу эти два ноутбука продать за копейки в своей группе ВКонтакте. Нашел два МФУ от бренда Canon. Модель MG5340. К сожалению, они не работают. Пишет вот такую ошибку. Продам на запчасти. Меня прикалывают в этом принтере откидной экран. Очень сильно расстроился из-за того, что они не работают. Но стоят, в принципе, они недорого. На Авито такие продают по 1500 рублей. Если, ребят, кто-то из вас из Питера и умеет их чинить, можете приезжать и забирать. Продам каждый за 200 рублей в моей группе ВКонтакте. Нашел монитор для компьютера Samsung. Модель SunkMaster 172S. Но на экране есть вот такие небольшие потеки. У монитора есть небольшая особенность. Он может складываться в такое положение. А еще я нашел материнскую плату, на базе которой я уже собрал компьютер и установил Windows. Была найдена полностью в сборе с процессором, охлаждением и оперативной памятью. Графика у этой материнки встроенная, но можно с легкостью установить любую видеокарту. Характеристики материнской платы на экране. А также я еще нашел жесткий диск на 1 терабайт. Он для ноутбука. После проверки в программе оказалось, что он новый. Число включений всего лишь 15 раз. Общее время работы 16 часов. Состояние хорошее. Просто, ребят, за 2 недели собрал компьютер из помойки. Но это не все. Была найдена еще одна материнская плата. Полностью в сборе. С охлаждением
и процессором Intel Celeron. Процессор очень древний, оперативки две плашки по 256 мегабайт. Я ее еще не успел проверить, но мне кажется, она работает. У меня уже в сборе есть 3 компьютера на продажу, которые я скоро выставлю в своей группе ВКонтакте. Был найден Wi-Fi роутер, рабочий. Модель D-Link DIR320. В комплекте был блок питания. Нашел огромное количество сим-карт. Вот эти сим-карты бэушные, но некоторые из них новые. Просто огромное количество, ребят. 2 пакета. Вот еще. А эти сим-карты абсолютно новые. Рабочие колонки для ноутбука или телефона от бренда Genius. На корпусе имеются вот такие прикольные наклейки. Звук, в принципе, неплохой. Был найден модем Yota 4G. К сожалению, не работает. В нем даже стоит сим-карта. Когда я подключаю его к компьютеру, значок Yota загорается синим цветом. И ничего не происходит. Компьютер его не видит. Был найден блендер с 2 насадками. От бренда Galaxy. Работает отлично. Была найдена кофеварка от бренда Марта. Работает отлично. Была грязная, пришлось отмыть и придать ей товарный вид. Работающий утюг. Был немного грязный, отмыл его растворителем, теперь как новенький. Состояние хорошее, но изначально был другой провод, пришлось поменять. Сетевой фильтр, который я уже использую в своих нуждах. Чем он классный? А тем, что у него предусмотрены дырки для крепления к чему угодно, на саморезы. Блок питания для ноутбука. Ударная дрель. Кто производитель, непонятно. Не работает, нужно поменять щетки. Нашел утюжок для волос от бренда Ravento. Работает отлично, но изначально стоял другой провод. Он был ушатанный, поэтому пришлось заколхозить на изоленту другой. Настольная лампа на диодах. Есть регулировка накала. Работает прекрасно, в комплекте был блок питания. Имеет множество регулировок. Нашел огромную диодовую лампу. Внутри есть немного влаги, но на работу это не влияет. Работает прекрасно. Монитор от фирмы Dell. Но, к сожалению, он не работает. Когда-то этот монитор был реально топовым. Работающий чайник от фирмы Scarlett. Первый раз в жизни нашел варочную поверхность. Да еще и с документами. Работает прекрасно, но вот стекло треснуто. Но и с треснутым стеклом этой поверхностью можно пользоваться. Поверхность с сенсорными кнопками. Греет отлично, а также вторая конфорка. Выбираем конфорку и выставляем температуру. И вуаля, вторая конфорка также работает. Фен Polaris работает отлично. Внешнее состояние хорошее. Но вот здесь на сетке есть небольшая вмятина. На работу не влияет. Еще один фен от бренда Maxwell. Пластик на ручке фена был поломан. Пришлось заклеить изолентой. Фен мощный на 2200 ватт. Работает отлично. Устройство для выжигания по дереву. Работает. В моей школе на уроках труда такая штука была. Рабочая, но очень древняя клавиатура. От бренда Dialog с клавишами быстрого доступа. Утяжелители для тренировок по 500 грамм в каждом. Состояние поношенных, но в принципе пользоваться можно. Кальян Фараон или то, что от него осталось. Корзина для велосипеда. Отличная находка, для меня очень нужная. Подцеплю на свой велосипед на руль и буду в нее складывать мелкие находки. Лампа для маникюра. Работает прекрасно. Состояние нормальное. 2 динамика работают отлично. Скорее всего, от какого-то домашнего кинотеатра. Нашел телефон Nokia. Кнопочный, работает прекрасно. Даже есть игры. Судак, ралли, Snake Hensia. Поиграю в змейку. Нашел реплику часов Breitling. Состояние часов отличное. Можно сказать, что они новые. Жалко, что они не работают. Скорее всего, нужно поменять батарейку. Я тут недавно отправил секретный VIP-штребухбокс за 5000 рублей одному из самых топовых обзорщиков боксов
на русском ютубе. Вот накладная. Следите за моей группой ВКонтакте, в скором времени он заснимет распаковку моего боксика. Самая неожиданная для меня находка. Это китайский чай. Пуэр. Прессованный. Ребят, вот эта катушка чая стоит 7000 рублей. Я просто в шоке. Ну это просто взрыв мозга. Я его уже попробовал. Чай реально расслабляет и бодрит. Ведь это пуэр. Думаю, многие знают его эффект. Красиво мне жить не запретишь. Теперь я буду пить чай за 6000 рублей. И шариться в помойках. Ребят, нашел самый топовый телефон, который когда-либо находил. Он абсолютно новый. Экран в идеале. На корпусе нет ни одной царапины. Сзади наклеен IMEI. Модель MIUI A1. А именно модель MD G2. С двумя камерами, с Type-C разъемом. Крутой современный 8-ядерный телефон. И он даже не привязан никаким аккаунтом. Встроенной памяти 64 гигабайта. Оперативки 4 гигабайта. Новый такой стоит 13000 рублей. Ребят, я просто в шоке. Вот реально. Даже человек, когда его выкинул, ничего не поудалял. Здесь остался Сбербанк онлайн. И даже остались записи телефонных разговоров. Ребят, представляете, вот это все телефонные разговоры, которые я могу сейчас прослушать. Но делать этого я не буду. Я специально ничего в нем не удалял, чтобы показать все на обзоре. После обзора, естественно, я все поудаляю. Буду его использовать как второй телефон. Но мне реально жалко его, ребят, продавать. Потому что такая удача бывает просто раз в жизни. И, кстати, там же, где я нашел вот этот телефон, был еще вот этот. Экран в идеале, на нем даже наклеена пленка. Когда я его нашел, в нем стояла батарея, и она была очень вздутая. Из-за этого даже поломалась крышка. Пришлось мне ее выкинуть, потому что она могла в любой момент взорваться. Жалко, что у меня такой батареи не оказалось, поэтому проверить я его не могу. Но мне кажется, он работает, нужно просто заменить батарею. Положу этот телефон в штребухбокс. Был найден еще вот такой телефон. Огромный, но с разбитым экраном. Видно по качеству, это жесткий AliExpress. Модель телефона, я так понимаю, N9000. Уже ретро мобильник Samsung. Раскладной. Экран целый, но в нем нет батареи, поэтому проверить его я не могу. Внутри стоит флешка на 2 гигабайта. Рабочая веб-камера. От бренда DNS. Сейчас я пойду к компу и вам все покажу. Подключил ее к компьютеру, загорелась подсветка и все работает. Нашел маршрутизатор от Ростелекома. Работает. Сзади так прикольно лампочки светятся. Нашел сумку от бренда Larry Boss. Стоит такая новая примерно 6000 рублей. Состояние хорошее, возможно, кожаное. Нашел механические часы Orient с автоподзаводом, но, к сожалению, они не работают. В чем проблема, я не знаю. Состояние хорошее. Попробую продать на запчасти. Нашел обручальное кольцо. Кольцо немного потертое, но вот камень в идеале. Блестит изумительно. На кольце стоит какая-то проба, но мне ее не разглядеть, потому что у меня нет увеличительного стекла. Даже не знаю, что мне с ним делать. Придется продать за копейки в моей группе ВКонтакте. Кальян Фараон, или то, что от него осталось. Продам за копейки в моей группе ВКонтакте. Состояние нормальное. Нашел набор красок для лица женщины. Ребят, я не знаю, как она называется, но вы поняли, что это за хрень. Коробка спиннеров. Что с ними делать, я не знаю. Попробую продать все в своей группе ВКонтакте. RGB подсветка длиной 2 метра. Работает прекрасно. Утяжелители для тренировки. Штука, чтобы складывать ручки. Нашел две книги. Вот это вообще топовое. Все идеи Роберта Киосаки в одной книге. Блок питания на 12 вольт. Блок питания на 5 вольт. И вот такая вот штука, я так понимаю, для того, чтобы производить диагностику автомобиля. Лампа-подсветка, VGA-кабель, боксовое охлаждение Intel и две коробки от айфонов. Я думаю, пора смотреть огромный пакет мелких находок. Все, что было в пакете, решил разложить на стол. Итак, вот такая книжка для детей. Шланги для смесителя.
DVI кабель, 2 VGA кабеля, 2 пары очков, блокнот, удлинитель, рамка для фотографий, зажигалка, подпятники какие-то, браслет на руку с черепами, чехол для 5-го айфона, дождевой плащ, непонятная хрень, блок питания для айпада, карта питерского метро, на которой могут лежать бабки, карта пятерочки, на которой хранятся бонусы, которыми можно оплатить на халяву продукты, маска на глаза с шариками, подсветка, 2 батареи, проводки для андроида, 3 пары женских часов, оперативная память DDR1, золотое кольцо, непонятный ширпотреб, да, ну не особо как-то красиво, миска для кошки, тройник, двухстороннее зеркало, лазерный уровень Bosch, или то, что от него осталось. В принципе, тут осталось самое главное, сам лазер, который можно напрямую подключить и использовать в качестве подсветки. 3 блока питания, мешки для мусора, 4 упаковки с накладными ресницами, плитка шоколада с Новым годом. Продегустируем. Да, шоколад низкого качества, но кушать можно. Нашел триммер и станок, 2 в одном. Триммер работает прекрасно, нужно будет его продезинфицировать перед использованием. Ну а на станок купить насадки. Большое количество мыльного рыльного. Это круто, мне теперь не придется это все покупать. 5 пар обуви. Первая обувь — это ботинки от бренда Dutto 38 размера, зимние. Абсолютно целые, если их постирать, будут вообще идеальные. Кроссовки Nike оригинал, размер 37,5, тоже в нормальном состоянии. Нужно их просто постирать. Еще одни кроссовки Nike оригинальные, 38 размер, скорее всего они для бега, легкие. Отдам их в подарок к этим ботинкам, они тоже 38 размера. Еще одни кроссовки от фирмы Checkers. Кроссовки в отличном состоянии, постирал их, подошва целая, размер 41. У одного кроссовка есть косяк, порвался шнурок. И самая топовая обувь в этом обзоре. Это кожаные ботинки от бренда Thomas Moose 37 размера. Ребят, кто помнит вот этот телефон? Это Meizu M3S из вот этого обзора на находки. Он рабочий, но у него разбит дисплей. После того, как один из подписчиков увидел этот телефон в моем обзоре, он решил обменяться и прислать мне точно такой же телефон, как донора, с которого я сниму дисплей и поставлю на этот. А взамен я ему отправил Штребух бокс. Итак, ну что, приступим к распаковке посылки. Да, и вправду, как говорил, экран в идеале. Сейчас буду переставлять. Ну вот, в принципе, все лишнее поснимал, а также материнскую плату, которая, по словам Михаила, сгорела. Сейчас разберу свой аппарат и перекину сюда материнскую плату, также батарею и все остальное. Ну вот, снял со своего заднюю крышку. Видно, никто его ни разу не разбирал. Завершил перекидку экрана, и вуаля, мой телефон заработал. Как видите, здесь сохранились приложения бывших владельцев, Сбербанк, и даже есть много фотографий в галерее. Спасибо Моисееву Михаилу за то, что прислал мне донора. И если вы хотите, чтобы я его разыграл, просто пишите об этом в комментариях, и я обязательно его разыграю. Пора подвести итог по продажам за 2 недели. Ботинки. Утюг. Еще один утюг. Часы, сетевой фильтр, объектив, рюкзак Nike, колонка, жесткий диск, зарядная для ноутбука, лампа-лупа, переноска, тренажер-пружина, сетевой фильтр. Моя братва заказала 3 штребухбокса, спасибо вам большое. Куртка, наушники, а еще одна подписчица заказала 5 товаров в моей группе на 1500 рублей. Итак, за 2 недели удалось заработать 11 750 рублей. Маловато, конечно, но надеюсь, в будущем продажи будут расти. Ну а для тех, кто хочет купить мои находки, заходите в мою группу, ссылка в описании. Там вы можете купить много различной электроники, цены ниже, чем на Авито. А также там можно купить штребухбоксы.
Ребят, у меня подписчик решил заказать секретный штребухбокс. Сейчас я повезу ему на доставку его. И решил ему в подарок отдать еще вот такой маленький. Привет. Привет. А, не влезет он туда. Тяжелый, да? Че, рад вообще? Да, в шоке. Че? Давай сфоткаемся. Ну давай. Спасибо за заказ. Ты второй подписчик, которому я вот так боксы доставляю. Удачи. Ребят, сейчас человек придет покупать эти кроссовки. Я решил это заснять. Добрый вечер. Можете проверить. Да, если понятно, разминали сегодня. Все, все отлично. Тут шнурок я вот... Да, я видел. Да, там можно. Заменить его или нет? Стельки целые, внутри целые. Спасибо. Спасибо всем за просмотр. Я надеюсь, вам понравились мои находки. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Вместе мы сила, поборем любых конкурентов. И, кстати, я разыгрываю планшет в своей группе ВКонтакте. Розыгрыш будет 21 числа. Think about.